Матвей, поздравляем с победой. Ваш дебют за Salty Life. С какими эмоциями вы провели этот матч? Эмоции реально очень классные. Поддержка. Очень хочется сказать спасибо большое болельщикам. Прям сегодня прочувствовал поддержку. Даже пусть предсезонная игра, но были очень громкие болельщики. Поэтому я прям очень рад. Спасибо им большое. А вы удивились, что товарищеский матч, первый матч в сезоне, столько людей пришло? Ну, честно, да. Но я как бы знал, что насколько классные болельщики в Уфе, ждал. И сегодня прям гнали нас вперед. Я прям с первых минут был очень удивлен, насколько громко было сегодня в первой предсезонной игре. У вас сегодня дубль. Насколько было важно вот именно так начать в дебютной игре за Salty Life? Ну, конечно, я считаю, без разницы, предсезонная игра, регулярка, плей-офф, всегда надо выкладываться на все 100%, что я, в принципе, и делаю, и буду делать. Каждый матч настраивается как на самый важный. Salty Life давил 3 периода, выходили с остановкой играть в атаку. И вообще, как вам стиль уфимской команды после ЦСКА? Виктор Николаевич просит всегда играть в пас, находить и короткие передачи, всегда вторым подходить в помощь. Поэтому такой, ну, я считаю, сегодня достаточно комбинационный хоккей был, да. Много передач, комбинаций, поэтому в целом очень интересно сегодня было играть. Ну вот в третьем периоде в начале показалось, что сильно упростили игру, то есть больше сбросов заходили в зону и на ворота отгружали. Это была установка такая в перерыве, сыграть попроще? Да, в принципе, нет. Мы старались так играть все 3 периода. Не знаю, я бы не сказал, что прям как-то кардинально игра поменялась в 3-м периоде. Но, опять же, где-то, ну, я думаю, скорее всего, построже начали играть. Все равно счет 3-2. Надо как-то поаккуратней. Но все равно старались играть в свою игру. Как я уже сказал, такой комбинационный хоккей в пасик. Что, в принципе, я считаю, что получалось у нас.